9 июля, РИА Новости. Правительство Сирии просит ООН оказать гуманитарную помощь тысячам жителей провинции юга страны, сообщил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя главы Всемирной организации Фархан Хак. Координатор резидент Организации Объединенных Наций в Сирии Али Аль-Зутари сегодня получил запрос от сирийского правительства в адрес ООН о гуманитарной помощи тысячам сирийским семьям на юге, сказал Хак. По его словам, Аль-Зутари сообщил, что ООН готова приступить к осуществлению помощи немедленно и послать экстренные гуманитарные конвои, чтобы обеспечить основные жизненные потребности мирных сирийцев в провинциях Дераа, Эль-Кунитра и Эс-Сувейда в координации с сирийским правительством, Международным Красным Крестом и гуманитарными организациями. ООН вновь подтверждает свою готовность расширить гуманитарную помощь и призывает все стороны конфликта облегчить ее доставку и защитить нуждающихся в рамках международного гуманитарного права, заключил Хак. На прошлой неделе стало известно, что правительственные войска Сирии заняли главный пограничный переход на границе с Иорданией, Насиб, юго-запад Сирии. В субботу Минобороны РФ сообщила, что цель лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа в Сирии достигнуты договоренности о прекращении боевых действий и сдаче вооружения, а в понедельник 90 населенных пунктов присоединились к перемирию в юго-западной зоне деэскалации. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии».